Участок дороги от Аягоза до села Башатас по трассе Бугас-Караганда не выдерживает никакой критики. Жители Чубартауского региона, недовольные качеством дороги, жалуются на ямы и ухабы, что они затрудняют движение легковых автомобилей. Подробности в следующем видеоматериале. В ходе поездки акима Аягозского района в Чубартауский регион сельские жители затронули вопрос состояния дорог. Они уже устали постоянно говорить об этой актуальной проблеме. По их словам, чтобы попасть в районный центр, расположенный в 175 километрах от села Башатас, им приходится ехать часами. Особенно тяжело приходится жителям населенных пунктов Малгельде, Байкошкар, Емельтау. В последние годы провели средний ремонт дороги между Башатасом и Аягозом на участке 90 километров. В этом году тоже планировали. 14 километров между Башатасом и Косагаш тоже должны были сделать. Именно этот участок является проблемным и приносит много неудобств. В этом году из-за того, что по тендеру выделили мало денег, никто не берется его делать. Один из тех, кто каждый день ездит по этой дороге, Ибраим Абдыхаев. Вот уже на протяжении 20 лет он возит людей в районный центр и обратно. Как отмечает таксист, объезжать ямы и ухабы – бесполезное дело. Все, что удается заработать, трачу на ремонт. То колесо, то ходовую часть машины делаешь, потому что регулярно ломается. Дорога и так плохая, а если пройдет дождь, проехать вообще невозможно. Ранее в эфире нашего телеканала мы рассказывали о том, что трасса Аягоз-Башатас не ремонтировалась вот уже в течение 45 лет. Состояние дороги не выдерживает никакой критики, и местные жители в течение нескольких часов добираются до районного центра. За последние 3 года было отремонтировано всего 40 километров. Оставшаяся часть дороги так и стоит без ремонта. Да и то, отремонтированный участок был сделан благодаря непосредственному содействию депутата Мажилиса парламента Нуртая Сабельянова. Автомобиль нашей съемочной группы также не выдержал экстремальной нагрузки. Аким района, комментируя ситуацию, отметил, что в скором времени проблема будет решена. Вы сами видите, что одной из самых актуальных проблем села являются дороги. В первую очередь люди просят сделать дороги. Я думаю, что мы решим эту проблему постепенно. В эти 2 года мы все силы направим на ремонт дорог, примыкающих к республиканским трассам. Если надо, выделим часть денег из районного бюджета. Планируем привлечь финансирование из областного и республиканского бюджетов. Согласно официальной информации, в июне-августе текущего года запланирован средний ремонт автомобильной дороги Караганда-Аягоз-Богаз. Общий объем финансирования ремонтных работ составит свыше 337 миллионов тенге. Самат Секенов, Эльмира Журсумбек-Кызы, Ернур Калелов, телеканал «Семей».